Ребятки, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк на это видео и досмотрите это видео до конца. Тогда в Новый год под елочкой вас ждут крутые подарки. Но только если вы поставите лайк, подпишитесь на канал и досмотрите видео до конца. Приятного просмотра! Всем привет, мои внучатки, чертятки, котятки, поросятки. Бабушка вас всех поздравляет с наступающим Новым годом. Уже так меньше 2 недель осталось, поэтому, внучонки, кто еще бабушки в этом году не подписался на канал, обязательно подписывайтесь, вот. А также ставьте лайкосик, конечно же, но еще подписывайтесь на этот, на реальный канал Хулигана. У него там, знаете, завтра будет такое интересное видео, вот. Я уже даже знаю, о чем. Он мне, короче, позвонил, говорит: бабушка, ты, говорит, завтра смотри видео, завтра у меня новое видео выйдет. И я говорю: да, конечно, посмотрю, что ты переживаешь. Я говорю: о чем оно там? Он сказал: а вот завтра посмотришь и узнаешь. Поэтому я завтра Хулиган тоже лайкосик поставлю, посмотрю, вот. А также решайте бабушкины примеры и попадайте к бабушке видео. Так, пример сегодня такой. 14 умножить на 2 плюс 36. Ох, ты ж ёперный балет. Ну чё ты? Знаете, что я вижу? У меня по стене какой-то жук ползет. А что, у нас в зиму что, жуки еще не вымерли, что ли? Не поняла. Ладно, надо будет Хулигану сказать. Кто тут? О, здрасте. Привет. Мамаша вам мегафон великая. Здрасте, заходи, да. Пошли. Пошли, я тут жука хочу прибить. Надо его из поля зрения упустить. Ну, не знаю, ползти не ползет. А, ну понятно, понятно. Так, ну давай, что приперлась? Говори уже, бабушки, много. Больше к тебе к серьезным разговорам. Так, разговорным? Но сначала давай выпьем чай. Ну давай, похлебай уже и давай рассказывай. Будешь чай? Я не буду чай, я тебя спрашиваю, что ты пришла, потому что у меня много дел. Так, считай до 3 или я ухожу. 1, 2, 3, пока. Да, о твоем уходе я и хотела поговорить. О чем? О твоем уходе. Ну, так я сейчас пойду дела делать, да, и что тебе надо? Ну, в общем, понимаешь, у меня большая стала семья. Недавно еще внуки появились, 5 штук. Поздравляю! Короче, бабушка, понимаешь, мне в моем мире стало тесновато. Так. Хочу перебраться в твой. Не, я тебе сразу говорю, дома нет, в деревне дома места нет, есть одно место. Какое? В подземной деревне есть пустой дом. А, не, я с тобой... О другом хотела поговорить. О чем другом? Понимаешь, ты вот одинокая, с дедушкой только. В смысле, я одинокая вообще-то? У меня есть Хулиган, у меня есть житель, у меня есть слендермен. Да-да-да, все уже взрослые, и тут не живут. Так, ты что хочешь от меня? Все тут живут, успокойся, что тебе надо? В этом доме живет только ты и дед. Ну и дед, вот именно, у нас целая семья. Вот, из 2 человек 3-этажный дом, я думаю, многовато. Так, ты будешь говорить. Я тебе предлагаю... построить рядом дом, а этот дом отдать мне. Ты что, обурела? Я тебе говорю, нет. А мне кажется, что ты должна сказать да. Ты что, не знала? Что? Это же дом с привидениями, дом с секретами, дом с кисоскелетами, дом вообще, который ходит ходуном. Тут знаешь, сколько по ночам тут вообще просто голоса. Я в эту чепуху не верю, поэтому... Пшик-пшик-пшик, жик-жик-жик. Ой, не-не-не-не-не-не, я в это не верю, поэтому все будет хорошо. Давай ты собирай вещи и уходи. Давай ты уходи. А я так и быть тебе помогу с новым домом. Давай, иди сама уходи, домой дом, все. Я даже понимаю, могу тебя просто взять и выгнать. Так. Я сама ну, своими, не надо трогать мои вещи вообще. Хорошо, собирай свои вещи. Зеленку тоже можешь собирать. И то есть, уходи. То есть ты хорошо подумала, ты решила здесь жить, точно? Точно. Вот прям 100%. 100%? Ну, ладно, хорошо, бабушка пошла. Хорошо, что ты... А зелье? Зелье, я приду за ними еще потом, да. Заходи в любой момент, надеюсь, не придешь. Ага. Всего хорошего. До свидули. Пока-пока! Ну чё ты? Вы что, серьезно думаете, что бабушка уйдет когда-нибудь из своего дома? Да вы что, совсем куку, что ли? Бабушка никогда из своего дома. Ее никто никогда не выселит. Никто никогда ее сюда там вообще не... Никто ноги туда, короче. Знаете, что я сделаю? Так, бабушка кое-что придумала. Сейчас мы будем изживать эту великую мать мегафон. Так, нет, мне надо не то. Мне надо вот это. Так. Ох, сколько я алмазов накопила. Смотрите, внучата. Хоп, бабушки нет. Ну ладно, ладно. Подождите, она где-то алмазы накопила? Ну-ка, пойдемте-ка посмотрим.
А где это у меня? Опа, ого! Нифига так. себе! Алмазовый пол! Да из редких алмазов еще! Ничего себе! Они красные! Знаете что, а давайте сделаем ей так, чтобы она мебель свою тоже сама ставила. А что это? Вкуса у старухи, конечно, не было, да. Ах ты, мегафон. Совсем из ума выжила. Ну, Маня, мегафон, да, значит, мегафонистая. Значит, у нее вкус есть, а у бабушки нет. Ладно, раз у бабушки вкус так, нет. Так, так, так. Пусть она остается без всего. Так, так. А? Тихо. А где кухня? Опа, опа, бежим, бежим, бежим. А где кухня? Бабушкина кухня всегда при ней. А где кухня? Я не поняла. Так, а давайте еще, знаете, что сделаем? Оставим ее без дверей. Что это за ерунда такое? Без дверей, я сказала. Где моя кухня? Где моя кухня? Так. Кухня с ногами у бабки? Ни одной. Ай, ладно, новую куплю. Девчонки, ни одной двери тут не будет. Сейчас ей все двери Главное, внизу. Что так. это стены целы так, и прекрасно. Так. Смотрите, ну, чата, я еще кое-что придумала. Сейчас, погодите. Так. Так, пойдемте-ка в мою комнатку. Пойдемте в мою... Так, двери уберем пока. Так, двери потолки нет. будут зеленые. Зеленые. Так, про зельки, надо зельки, конечно. Так, 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 так. Ага. Смотрите. Сейчас мы покажем ей так. Вот. Отлично. Смотрите. Ремонт. В эту комнату ремонт. Она не зайдет. Все. Все, ну, чата. Сейчас я буду зельки заберу. Да. Она сюда придет, а двери-то нет? Так. Ля-ля-ля-ля-ля. Все, зельчики забрала. Так, а на втором этаже вот здесь будет у нас... Идет. Идет. Ну, комната для тусовок. Для тусовок. Ну что-то, смотрите. Сейчас будет так, это. Я не поняла. Ну-ка. Тут жил дед. Тихо, тихо. Двери а нет, где а тут дверь? Дед бабах. Ой! Все мысли. Уходи. Ты кто? Я призрак дома. Какой ты призрак? Выходи, я сейчас тебе рога на голову натяну. Выходи сюда. Прозрачный призрак. Что значит прозрачный призрак? А я не хочу тебя выиграть. Просто выметайся из дома, из моего. Это мой дом вообще-то. Нет, ну чётки, всё-таки дом деревянный. Всё-таки подожгать его, это сгорит всё. А давайте вот так сделаем. И я тебе говорю, призрак, выметайся, иначе я призову своего призрака. Уходи. Призрак, ты что тут воды налил? Призрак, ты что? Всё же утонет, мои же... Мои же алмазы стоят денег, они же все промокнут. Ты что, совсем? Уходи по-добру, по-здорову. Тихо. Я отсюда никогда не уйду. Ой, не уйду, говорит, представляете, что? Так, ну, чата, сейчас надо... Я буду делать ремонт, я копила алмазы 100 лет. Чата, знаете, что? Все, придется прибегнуть к вообще просто к мерам вообще-то. Тихо. Так, так, так. Тихо. Ведро. Так, и делаем ремонт. Тихо. Пух, призрак вроде ушел. Прекрасно. Тихо, внучонки. Так. Алмазики, алмазики сели. Что за пожар? Алмазики сели. Пожар! Призрак, уходи. Ты там... Призрак, уходи. Ты зачем поджег мой дом? Это дом бабки. Это мой дом, Бабка ты призрак Грэнни Бабкин. Бабка всегда здесь жила и будет жить. Я же тебе по-русски говорю, больше она здесь не живет. Тогда ты тоже тут жить не будешь. Еще как буду. Смотрите, сейчас все будет хорошо. Да что же это такое? Да что же это за ужас-то такой? И правда, что ли, дом заговоренный? Да где же мне жить? Заговоренный. Это дом бабки Грэнни, она тут будет жить. Да? Так, ну чё-то. Ну ладно. Чё? Уходит, уходит, нет, ладно, добавим тогда еще. Надо этой старухе позвонить. О, тихо-тихо-тихо, бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. Телефон. Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим, оп-оп, в двор. Тррр. Алло! Алло, бабка? Чего? Ну, короче, я тут подумала, забирай свой скворечник. А чё это?
живи на планете! Я пошла, свой мир, планы поменялись. Ну, короче, ладно, с тебя 1000 алмазов. Ага, размечталась, держи карман шире, слышь ты. Давай, убирайся из моего дома и вали. Ладно, пользуйся моей добротой. Вали, вали, давай, говорю. Фух, внучатый. Ладно, дед, короче, приедет какая-то с рыбалки, офигеет. Скажет, бабка, ты что тут натворила вообще? А что, это не я? Зато мы ее выселили. И что? В бабушкин дом не каждый вообще может поселиться. Поэтому, девчонки, чтобы вам бабушка с дедушкой отстроили дом, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. А на этом бабушка будет с вами прощаться. Всем удачи, всем пока!